Галактический магазин. Samsung обновила свой магазин приложений игр, дав ему новый интерфейс и новое имя. Компания Samsung постепенно переводит свои смартфоны на оболочку OneOu. Актуальные флагманы и флагманы предыдущего поколения уже получили обновление Android с новой оболочкой. Как будут обстоять дела с грядущими новинками, не относящимися к линейке Galaxy S, пока не ясно, но вот новые часы, как мы уже видели, даже лишатся поворотного безеля в угоду новому программному интерфейсу. Как стало известно, изменения происходят не только в оболочке в целом, но и в фирменных приложениях Samsung. К примеру, сегодня обновился магазин приложений игр компании, причем в этом случае обновился и дизайн, и имя. Теперь он называется не Galaxy Apps, а Galaxy Store. Его интерфейс также выполнен в концепции OneOu, но почему-то приложение пока не работает с темной темой.